ты красавица. 19:00 по Киеву. Харьков. С 5 часов дня летают, ну я по крайней мере заметил, летучие мыши посреди белого дня. Читал, что собираются выпускать в парке Фельдмана на выходных летучих мышей. Ну, во-первых, после заката, а во-вторых, это только на выходных. А тут их просто немерено. Я уже штук 6 видел точно. И разного размера. Ну давай, лети сюда поближе. Я там на тебя не наведусь. На фоне домов. На днем летучие мыши я вижу впервые, конечно, ночью. Да и хватает. Ладно, будем ждать. Фотоохота.